Очаков ТВ представляет. Здравствуйте, я вас знаю. Привет. У вас Очаков ТВ, да? Да, да. Очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо. Но... Я не хочу ругаться, вы за Украину, а я за Россию. Вы за Россию? Да. А что же вам так приятно тогда со мной познакомиться? Вы умный человек, но вы не за то топите. Слушайте, а как может умный человек топить не за то? Если он топит не за то, значит он уже... Что-то с его умом, правда? Или с совестью, например. Что, у меня с чем проблемы? С совестью или с умом, как вы думаете? Я считаю, что вы порядочный человек, я не знаю. И я себя считаю порядочным человеком. Именно поэтому я изучаю факты. Читаю очень много аналитики. Обобщаю это и делаю выводы, как и должен делать любой разумный человек, мне кажется. Нет? Не, я не хочу с вами ругаться, и просто я хочу узнать, как это все закончится. Нет, ругаться я тоже, я не люблю ругаться. Для чего? Если нормальный человек умеет разговаривать, зачем ругаться? Это все закончится легко. Я отвечал уже много раз на этот вопрос. Украина освободит все территории, которые сейчас захвачены Россией. Естественно, включая Крым. И это... Для Украины так закончится. А для России, Россия не перенесет вот этого позора. Точнее, не Россия, а власть путинская не перенесет. И вы, Кабардино-Балкария, будет свободной республикой. КБР. Хотите, чтобы у вас было КБР? Не, мы хотим в составе России быть. Как раньше. Угу. Как раньше, да. В составе России, которая вас поработила. Вы знаете, когда, наверное, если вы знаете историю своей страны. Ну, почему... А, все, да, и убежал. И убежал он. Но почему-то... О, видите, как ему очень неудобен был этот вопрос. Простой вопрос. Россия поработила Кабардино-Балкарию. Он это знает. Но он очень боится об этом сказать, конечно. И при этом он топит за Россию. Ну, что вы думаете по этому поводу, друзья, напишите. Привет. Красноярск, Россия. Понятно. Сочувствую. Соболезную вам тоже. Но жить в окраине сейчас это да. А вопросы есть какие-то или мне задать? Ну, задавай, если есть какие-то серьезного толка. Хоть вопрос. Один город, построенный украинцами на Руси, назовите мне. Я беседую о сегодняшней ситуации, об отношениях так между, надо было с этого и начинать. Между Россией и Украиной. Ох, давайте, вопрос. Есть вопросы у тебя? Нет? Вы беседуете, задавайте вопросы. Да, слушай. Читаешь ли ты то, что сейчас происходит в Курской области, закономерность? Вопрос вообще... Просто такой, и на него... Не хочется отвечать, понимаю. Конкретно тяжело ответить. Вопрос, да. Чтобы я на него понимал, что он подразумевает под себя. А, ты что не понимаешь, сказали? Я... Тут... Бывает. Куда ты убежал, Гондон? Чтобы я понимал, что он... Понятное дело, что ты ничего не понимаешь, поэтому убежал. Сидит, пыжится, перья растопырил, блин, чувак. Иди немножко это... Образуйся, приходи, поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из России. Меня тоже зовут Владимир. Город Владимир. Очаков. Владимир из Очакова. Ну, я вам подскажу, если вы не знаете, как правильно говорить по-украински. По-украински, имена. Только по-украински. Да мне насрать, если вы не можете... Даже Владимир сказать, а назовите Владимир, блин. То, ну-ка, я вас еще, вы мне будете указывать, как вас называть. Я же с вами на русском языке говорю.
Да не надо со мной размовляйте родные мовы. Мне к вам 100% повага будет. А если вы ее не выучили, то я с вами разговаривать не буду. Почему? Размовлять. Ну потому что, значит, я разговариваю с Россией, я хочу с Украиной поговорить. Я с россиянами разговариваю ежедневно, круглые сутки, понимаете? Я хочу поспілкуватися. Ну я понял, но вами, вы на стороне России, вы, да? В этой войне. 100%, конечно. Естественно, если я россиянин. Как я могу быть на вашей стороне? То есть вы манкурт, да, получается? Еще раз, манкурт? Манкурт, да. Понятно. Тот, кто предал свою родину. Вот смотрите, вы не выучили рыдную мову, еще коверкаете наш российский язык. Я с вами вы манкурт, да? А в чем я коверкую российский язык? Да вы размовляете рыдной мовой. Вы не выучили ее? В чем я коверкую российский язык? Короче... До свидания, молодой человек. Потому что я сливайся. Ну а что? Ну, да сольюся. Ну как? У меня к вам поваги нету. Вы не понимаете? Умеете разговаривать. Вы не хотите разговаривать. Так вы же не умеете разговаривать. Я так с вами разговариваю на своем... Так хочу... размовляйте родную мову. Я вас не разумею. На том языке, на котором я буду говорить, да я не надо. Я сам... А, все, да. Сидит манкурт, блин. Поясничает. И убегает потом. Поздравляю. Здорово. Здорово. Че, откуда вы, с какого города? Город Очаков. А, Очаков. Это там, где натовские войска схоронились. Нет, там никогда не было натовских войск. А, там никогда не было натовских войск. Никогда. Никогда. Ну ладно, мы придем проверим. Мы придем проверим. Так вы уже пытались прийти, получили по мордам и убежали. Не получилось закуск, проверить. Закуск. Мы каждого из вас будем резать. Знаешь, глотки ваши глотки это резаны. Как? А как вы это будете делать? С помощью чего? Как петухов и куриц. С помощью чего вас? Вы это будете делать? С помощью твоих фантазий? Теперь о пощаде, не просите. Тихо, теперь не пугайся, матом, не гори. Что ты говоришь? Сплошь и рядом вас резать. Что ты говоришь? Ты умеешь вас говорить без оскорблений, без матов? Сплошь и рядом вас... А, ты будешь на диване лежать и кого-то резать, да, во сне в своем? Не. Смотри жену не зарежь случайно. Блин. Завтра отправляюсь. Смотри жену. Завтра отправляюсь. А, тебя отправляют в 200-е? Мешок взял с собой черный? Да, я взял. Браво. черный для ваших. Еще для один ваших. Кусок мяса будет валяться, блин. Вот как ты. Ничего, сучка. Слушай, а ты реально, ты хочешь лежать, наматывать кишки на кулак? И думать, почему я вот с ним говорил, с умным человеком, нет, со мной, глотки, и не послушал его? Хотя бы пятерым я перережу глотки. Каким образом ты им перережешь? Вот, а потом, может быть, в мир... Слушай, Хаймарс прилетит, ты ему глотку тоже перережешь, нет? Хаймарс? Вы Хаймарс себе в очко засунете, блядь. Так вашу колонну раздолбали горы трупов ваших, которые ехали в Курск там спасать кого-то, блин. Всех положили ваши... Тихо, не ругайся матом, орк. Орк, не ругайся матом, орк. Там уже и Ахмат. Орк. Да Ахмат уже сбежал, когда... Тиктоковские войска сбежали оттуда. Ахмат. Посмотришь. Ахмат там был и убежал. А ваших взяли сотни пленных. Сотни ваших плен взяли. Посмотришь. Да что там смотреть, господи. Диванный ты воин. Лежишь, что-то крякаешь там. Сейчас смотри, а потом не говорите, она за шо. Не говорите этого, блядь, понятно? Забудьте так ты не... Слова, ты дурачок, не понимаешь, что вы уже 10 лет что-то пытаетесь с Украиной сделать. И у вас ничего не получается. Вы, кроме того, что лежать на диване и свои фантазии, блин, озвучивать. Понимаете, кроме этого, вы ничего не можете. Точно, тихо. Ты говоришь, чувак, зачем ты перешел на маты? Зачем? Это... А, и все, и убежала. Ха-ха-ха! Как их рвет, блин! Как их рвет! Молодцы! Блин, я просто пою дифирамбы тому, кто задумал вот это вот наступление туда, в сторону Курска. Молодцы! Как их рвет, этих россиян от этого! Капец! Это песня, друзья!